Всем привет! Вы на канале «Моя семья». Сегодня третий день нашего отдыха. Мы пришли сегодня на пляж Отрада. И здесь у нас получается вид намного интереснее. Вот смотрите. Новостройки, конечно, но все равно вид очень красивый. Деревья, дома. А в Крыму там всегда горы есть. Сейчас гор, к сожалению, нет, но вид красивый. Потом вот эта пляжа Отрада, вот эта башня такая интересная из камня. То ли это искусственный камень, то ли здесь он был. Вот такое рельефное сооружение. Мы туда пойдем фотографироваться обязательно. Красивые камни в воде лежат. Хотя пляж песчаный, но, скорее всего, они искусственно привезены сюда. Дальше. Зонт мы с собой не брали. Поэтому вчера сгорели, поэтому взяли два рюкзака. Фиксик! Нельзя! Фиксик! Фиксик, ты нервничаешь, да? Ложись. Фиксика переложила, откинь, что жарко ему. В общем, два лежака взяли, зонтик. Даже тут он столик есть. Пьем пиво. Самое дешевое здесь пиво, это вот это Янтар. Цены на пляже не очень веселые. В общем, бутылка пива 20-25 гривен. На Ланжероне мы вчера были, там 15 гривен пива. Здесь дороже. Вода и сок, я не знаю, чипсы на Ланжероне стоили 20 гривен, тут 24. Вон мои пришли с купания. Соня, рассказывай. Как? Вообще! Класс, не холодно? Вы накупались, папа? Мне тень показала, что это акула. Акула? Каракула? Ага. Ну, песок, не садись, папа тебя вытирать будет. Не садись, песок. Фу. А тут мы с папой там сейчас так покатались. Фу. Выходи на солнышко, не стой в тени. Пока сейчас 5 минут, не садись на песок пока. 5 минут? Да. Вчера в интернете забивала, куда сводить в Одессе, сходить в Одессе с ребенком. Значит, первое это у нас выбило дельфинарий. Цена билета 250 гривен. Это втроем сходить 750 получается. Второе, аквапарк 600 гривен стоит взрослый билет и 400 гривен детский билет. Вот нам втроем получается 1600 сходить. Дальше. Ну и покушать там, естественно, если идешь на целый день, там по-любому надо кушать. Какой-то алкоголь захочется выпить, то ли коктейль. Это еще плюс деньги. Это 2, а то и 2 с чем-то получится. Дальше. Можно. Потом цирк. Вот цирк одесский, цены более-менее приемлемые, от 60 до 250 гривен, в зависимости от где, если ближе к сцене, естественно, дороже. Представление там суббота-воскресенье, скорее всего, мы туда пойдем. Потом есть в Национальном театре оперы и балета представление «Красная шапочка». И для более взрослых, ну, типа подростков 14 лет и старше, там идет «Вдова», «Пиковая дама», по-моему. Вот «Вдова» какая, «Веселая вдова», «Пиковая дама» и что-то еще какое-то.
спектакль. А «Красная шапочка» — это балет. Там цены не высокие, а приемлемые. Может быть, туда тоже потом. Здесь есть развлекательные детские центры типа «Скайпарка», как в Киеве. Там проходили игровые такие комплексы, где там и батуты, и всякие стрелялки, эти автоматы. Как вот это вот лазить через какие-то препятствия. Ну, поняли, да, игровые такие комплексы. Так, зоопарк я еще не сказала. Зоопарк еще одесский. Там, по-моему, завтра, 19 числа, на территории зоопарка будет конкурс караоке, выступление сказочных персонажей из какого-то мультика, забыла какого. Откуда они будут принимать участие в этих конкурсах? В караоке. Тоже там цены взрослые 40 гривен билет, а детские 20 или 30. Приемлемо. Огромное разнообразие там животных. Есть что посмотреть. Это заходила на сайт официально, смотрела, мне понравилось. То есть вот зоопарк, цирк, это можно сходить. В принципе, я не против аквапарка. Но Леша что-то сопротивляется, говорит, это очень дорого. Но мы посмотрели, сравнили с Донецком, сравнили с Бердянском и с Крымом. В Одессе самый дорогой аквапарк получается. Ну, Одесса понимает сейчас, что они как бы курорт номер один в связи со сложившейся ситуацией политической. Поэтому и такую цену ставят. Вот. Хотя много наших регионов ездят отдыхать в Крым, и нормально. Море сегодня холодное, но чистое. И такой ветер сильный, облака на небе. Может даже и будет. Может распогодится, может быть. В общем, куда-то пойдем. Куда пойдем, не знаю. Возле дома напрягает стройка. Повторюсь, что живем мы в новострое. Там 18-этажный дом. Во дворе дома буквой «П» построен. Внутри дома стоит башенный кран, кран огромный. Приехал другой кран его демонтировать. Приходится обходить, обходить. Там стоит асфальтоукладчик, вот этот каток. Куча преград, я сегодня упала, ногу ударила сильно, палец болит. В общем, экстремальный выход из двора. Посмотри, ты видела, какой замок на берегу туда построил? Посмотрите, какой замок. Ну, какой красивый замок построил тут. Тут, наверное, мальчик и строит этот замок, который сидит там. Фиксик кружает песок, да? На улице тучи, гремит гром где-то вдалеке. Мы ушли с пляжа, идем домой. По ступенечкам.
Дети в теннис играют. Это большой теннис, да, называется? Соня, в следующий раз надо посчитать, сколько ступенечек. Почему? Ну, интересно. На Потёмкинской лестнице сколько, ты говорила, Лёш? 300? 380? Вроде бы, я не помню точно. Ну, тут, конечно, меньше, но... 213. 213 здесь? Ну, да, там, где мы поднимались. Угу. Ну, где-то в среднем так и получится. Чуть-чуть меньше. 206. 206, да? Вы знаете, там спасибо. Дальше 213. Вот здесь. Здесь 206. На этом подъеме все вместе 206. Спасибо большое. Знаете что, тебе считать не надо. 206. Вот туда это мы вышли. Какая-то гостиница. Или санаторий какой-то, или гостиница. Довольно-таки крутая. Фиксик, что тут? Видите, какие-то тучи черные. Черные тучи. Тучи черные. Называется, все идут, и мы идем. А куда идем, сейчас не знаем, куда идем. Да, Сунь? Красивый отель. Называется Лермонтовский. А вот это вот санаторий Лермонтовский. И на углу, сейчас покажу, вот там консульство белорусское. Вот красивые там вазончики с цветами стоят, ну, балкончики красивые. Тоже старинный дом, очень старый. Кавказский ресторан «Чача». А вот жилой дом «Маскарад». 1996-1997. Достроили его. Ну, обычный дом, ничего такого сверхъестественного. Ну вот, архитектор Владимир Писанко. Это поликлиника. Вот этот дом красивее. Мужики усатые такие охраняют этот дом. Красивый. Вот такой. Тоже на балкончике цветочки растут. Вот это серое здание, тоже памятник архитектуры. И что-то сейчас в этом месте. Державная установа, Украинский науково-дослідний институт медичної реабілітації та курортології МОЗ України. Вот так вот, в таком красивом здании находится. Так, а теперь мы выходим на какая-то большая улица, где мы находимся. Сейчас мы узнаем. Лёш, давай забьем. А? Маршрутизатор. Ну, друзья, вот, а? Давай, вот. Ну, давай забивать. На какой улице мы находимся? На какой? На дорогу. А ты уверен, что надо
переходить, ну, да? Ну, сюда ехать, да. Да? Однозначно. Скульптура девочка с дельфином. Переходим? Куда пятерка, туда поехала. Лёш. Куда ехать? Ну, может быть. 95-й квартал. Веселая вдова. А что это у нас? Это какой-то театр, наверное, да. Академический театр музычной комедии имени Водянова. Угу. Женщина сидит, голубые кормят. Снимают с нашего крана стрелу. Нас не выпускают из квартиры. В общем, мы теперь заложники. Опасно. Может, это какой-то груз просто.